Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Давайте посмотрим. Чистомесильная машина. Сигма. Модель Silver. Silver 120. Две скорости. Далекого 2011 года. И вот он так выглядит. Что в нем есть? В нем есть нижний мотор, вот в этой части, верхний мотор. И получается, что у нас есть месильный орган, который работает. Изменена система управления и поставлена следующая система управления. У нас есть, мы можем менять минуты, добавлять, либо убавлять, и таким образом программировать его. У нас есть таймер 1 и таймер 2. Все очень просто. То есть мы, например, выставляем 5 минут на этой скорости и там 10 минут на этой скорости. Итак, для проверки работоспособности машины мы поставим 1 минуту здесь и 1 минуту здесь. И, соответственно, смотрим, как он работает. Так, в эту сторону вращается дежа. Соответственно, низкая скорость. Подождем минуточку для того, чтобы машина автоматически начала выполнять программу, которую мы установили, а именно включилась большая скорость, точнее высокая скорость работы. Мы запрограммировали минуту, поэтому подождем минуту. Вот, пожалуйста, наглядно видно работа. Контроллер показывает высокую скорость. Машина работает на высокую скорость. Достаточно надежно, все достаточно хорошо. Большие зеленые кнопки, красная — это аварийная остановка. Ждем на минуту, чтобы посмотреть, как выполняется программа, установленная на контроллере. Вот, мы видим, отработал, соответственно, контактор, все установилось, машина готова работать снова. Всего доброго, до новых встреч.